Здравствуйте, мои уважаемые телезрители. Сегодня бы я хотел поднять вопрос, как не платить за бота Music Wars. Ну, для начала давайте открываем Music Wars в браузере, все это умеют. После чего сворачиваем окно, находим ярлык бота, нажимаем правой кнопкой расположение файла, нажимаем кнопочку Uninstall. Вы действительно хотите удалить? Да, удаляем, появляется окошко, программа была полностью удалена с вашего компьютера. Все, и не пользуемся ботом, честно и по-настоящему играем, как все остальные люди. Всем спасибо, я за честную игру.